Здравствуйте всем, я Оксана, и жизнь как она есть. Ну не получилось у нас, чтобы ничего не готовить. Привыкли мы все-таки к молочной каше, поэтому с утра у нас пшенная каша. Сейчас буду мазать хлеб с сыром. Сегодня мы припозднились, видать расслабились, что карантин. Поэтому почти в 9-10 часу только все проснулись. Некоторых еще только сейчас поднимаем. Вот так. С утра Никита уже сбегал в магазин за хлебом, за горячим. Вот как мне показать, что вот хлеб вот такой вот, ну, прям мягкий. Он еще горячий и хрустящий. Сейчас буду мазать масло, и оно будет подтаивать. Обалденно просто. Я так думаю, что нам две булки хлеба, булки, не хватит. Потому что вот он совсем мягкий, даже мне очень сложно резать его. Поэтому, наверное, на завтрак уйдет две булочки у нас. Потому что хлеб очень вкусный и мягкий. Я булку порезала, ну что это? Совсем ни о чем. Хорошо, что у нас пекарня вот здесь все-таки рядом в магазине есть. Поэтому обалденно вкусный хлеб. Режу всегда тоненько. Сейчас я досточку стряхну. Так, сейчас сыр. На хлеб. Итак, почему режу тоненько? Потому что мне нравится, когда сыра и масла больше на хлебе. Че хлеб жевать-то? Поэтому хлеб тоненький. И можно съесть больше сыра и масла. Андрюшка, правда, всегда возмущается, почему, говорит, это хлеб такой тонкий. Ну вот, по-другому я не умею. Да, никак не получается. Так, все. Ой, мазать. Единственное, что сейчас, да, мазать это будет проблема, потому что, ну, очень мягкий. Совсем-совсем мягкий. Сейчас я за корочку буду драться. Ругаться. Конечно, они могут все сами это сделать, намазать, но тогда будет больше суеты. Когда вот у меня есть время, я могу, конечно, спокойно сделать это за них. И им хорошо, и мне приятно. Ай, вот совсем-совсем он плохо мажется. Так. Сегодня... А, будь здорова. Спасибо. Ты что расчихалась? Сегодня все равно я буду стряпать. Позже расскажу, почему. Вот. На стол накрыли, позвали. А, во-во. Бегут. Вы умывались? Ой. Вот. Я первая. Вот. Помнила только сегодня, что еще перед Новым годом я малышам покупала вот такие наборы. Чашечка на это. Вот как раз под кашу идеальная.
Потому что вот большую тарелку, например, кашу, вот они ее не осиливают. Надо добавки, пожалуйста. А так много они не съедают. Поэтому вот эта чашечка как раз удобная. Разная. Единственное, что мальчишкам получается, малышам, три одинаковых, там других не было. Ну, а девчонкам разные. Совой, фламинго, с тигрой. Забыла я про них, забыла. Ну, кушаем, что сидим еле-еле. Жень, не балуйся. Кто-то поел, а двоих еще кого-то нету. А лишнее. Ну, сейчас, получается, сначала малыши сели за стол. Даяна, ну жуй, вот для нее проблема покушать. Это что-то. Сейчас сядут кто постарше. Сейчас чай еще нальем. Так, ну а сейчас я вам расскажу о пироге, про который говорила с утра. Сейчас чуть-чуть поправлю. А то полбашки моей торчит на этот. Заведу тесто немножко побольше. Мне нужно постряпать хороший большой пирог. Ну и обязательно, чтобы дома еще осталось булочки, или дома второй пирог нужно постряпать будет. Как так? Потому что один пирог я увезу из дома. Мы завтра едем в гости. Нас пригласили на открытие нового животноводческого комплекса. Сколько километров от города, Андрюш? 130? Ну, где-то, да, к 11 часам мы туда поедем. И с пустыми руками ехать не хочется, а хочется сделать что-то приятное. Поэтому, ну вот, будет такой сладкий подарок. Будем заводить тесто. Ну, как многие уже смотрели мои ролики, я по рецепту вам точно ничего сказать не могу. Потому что я все делаю на глаз. Так. Сейчас, значит, в первую очередь я дрожжи замочу, поставлю теплой водой. Так как у меня будет много, и дрожжей у меня практически уйдет вся пачка. Использую вот такие, дядьку с лопатой. Мне эти дрожжи очень нравятся. Че ты ржешь? Да, дядька с лопатой. Я когда еще выбираю, Андрюшке говорю, ты бы посмотри, там есть другие дрожжи. Ну ты бы возьми, где дядька с лопатой бежит. Синенький такой. Вот вода теплая. А, сахар. Сейчас немножко сюда сахарку. И поставлю, чтобы они у меня подошли. Я в сухом виде не засыпаю. Сперва поставим брашку, потом выгонит самогон. Так, все. Ничего страшного, они разойдутся. Сейчас они полезут. Вот. Вы что меня учите, как будто вы первый раз тряпают, да? Ой, какие! Знатоки, елки-палки. На! Вода у меня вот эта трехлитровая, и она почти вся уйдет сюда. Так, подождите, что я совсем забыла? Для чего я налила всю эту воду? Я делаю. Я же на батарею? Да, на батарею. Полотенце. С собой положишь сначала вот это полотенце, а потом поставь баночку. Ну что кричите-то? Он берется. Сделаю с сухим молоком булочки. Я не знаю почему, но вот как мне сказали, и они действительно получаются пышные, такие воздушные, именно на сухом молоке. Особенно на сухих сливках. Поэтому молока я не жалею, все на глаз. Поэтому рецептуры у меня, ну нет, правда, никакой. Все, молоко завела, считайте, завела молоко. Сейчас масло растопим, солнце-то не поможет, да? Ну ты сюда тоже ходишь, куда сюда? Ты сказала, без помощников у тебя сегодня. Без помощников, ну, ты куда его топить собралась? На плоской блюдечке растопить в микроволновку. Вон же кастрюлька стоит. Да, что-то с тобой сегодня у нас не то. Нужна вода больше. Нужна будет. Ну ладно, ты растопи масло, я потом воду налью туда. Чудо чудное, диво дивное. Яйца тоже
раз я делаю на этот. Когда очень много яиц, то они тяжелые получаются. Пирожковое тесто я делаю вообще, вообще делаю без яиц. И оно такое мягкое получается тогда. На этот. Так, что, соль, сахар? Тогда попробуйте. Мама. Немножко. Он хочет испортить тебе видео. Чего опять? Ну что опять? Блин? Спокойно никак они не могут. Так, сахара тоже, так как количество теста большое, наши любят сладкое много, поэтому сахара я тоже добавляю примерно сколько хочу. Так, еще добавлю чуть соли. Так, за дрожжами смотрите, они любят убегать. Тазик у меня, по-моему, литров 30. И не говорите, что там что-то слипнется от сахара. Все нормально. Будет. Еще варенье будет. Все будет вообще вкусненько. Сейчас я выливаю вот это. Потом удалю еще немножко. Вольем сегодня сюда. А! Вольем. Масло растопленное. И можно еще добавить сюда обыкновенного этого растительного масла. И потом будем добавлять килограмм 5 муки, наверное, это будет немало, поэтому откроем еще один пакет. Единственное, что сложность будет, это замесить. Сюда. Ты мне поможешь, да, потом, когда я сейчас все намешаю, а ты мне помнешь. Все растопило? Нет. Сейчас я еще воды налью, потому что это мало будет. Че вы там? Че ты прилетела сюда? Так, примерно. Давайте. Сколько будет? Еще не растаяла? Почти растаяла. Так, что еще? Ванилин? По желанию можно. У меня, по-моему, ванилина нету. Нету? Нету. Вот я еще у нас в магазинах. Нет. У нас в магазинах нормально, я добавляла. В магазинах не продаются эти дрожжи живые, сырые которые. Ни разу не видела. Сколько раз вот хотела взять такие настоящие дрожжи, но нет у нас, только сухие дрожжи. Все, я мусор создаю мусор на кухне. Так, все. А можно мне тоже кофе? Я буду попивать. Что разлетало? Ну все, начинаю всыпать муку. Я ее только открыла пакет. Объясняю, большими мешками не берем. 5-10 килограмм максимум. Потому что на кухне хранить это негде. А такой пакет спокойно вмещается. Так, дрожжи. Дрожжи я забыла. Это у меня склероз. Солнце подошли они? Нет. Ну почти уже так из банки сейчас вылезет. Ну сейчас я вот это вот размешаю немножко. Да? Прямой эфир? Нет. Нет, у нас просто съемка. Я уже просто привыкла, что я разговариваю сама со всеми. Нет, не сама с собой. И по ночам разговариваю прямо со всеми. Да. А кто по ту сторону экрана? Да. Сегодня Эля вас не разговаривает. Эля, не знаю, как Эля, а я вот разговариваю. Самое, что интересно, получилось так, потому что с телевизором разговаривала. Кто? Эля. А, да? С телевизором. Давай солнце дрожжи.
Вот там у них прям диалог получился. Давай, давай. Вот они уже поднялись. Так, где банка, банка? Вот. Они поднялись, тепленькие такие. Вот так. Так, сейчас я сюда чуть-чуть водички налью. Я же тоже разговариваю. Полосну баночку с дрожжами. Я же тоже разговариваю. Жалко даже каплю дрожжей. Ну, терять, все. Все. Ну, теперь пошли, поехали. Всегда обязательно вымажусь, как свинья. В этой муке. Чего? Давай так, ты будешь сыпать, я буду вмешивать. На, я тебе переставлю даже. Или с этой стороны вставай. Или туда, куда тебе удобно. Я бы думала, вытянуть твою руку тебе. На ути. А, давай. Регина болеет, в школе карантин. В школе, да. Ну, в школе карантин, а ты болеешь. У меня коронавирус. Давай, сыпай. Андрюш, что? Ты им насыпь корма. Может, они чирикать не будут? Что? Они. Что вы говорите? Они что вам? Ну, что-нибудь новенькое, я не знаю. Завешайте. Надо, пускай чирикают. Пускай чирикают. Я вчера вообще сказала, корми их через день. Потому что они гады, выкидывают все из клетки. И все на полу, там вот слой, один корм. Все, давай, пока размешаю, сейчас это вмешаю. Пока вмешиваю, могу отключиться, да? Дальше потом доснимаю. Если включать просто постоянно долго, все снимать, я могу весь день снимать, пожалуйста. Но эти ролики, во-первых, я не загружу. Памяти не хватит. И памяти не хватит у меня. И будете смотреть по несколько часов. Ну зато успеете сделать все, что угодно. Все, я выгружаю. Региш, подвинь, пожалуйста. Я выгружаю тесто сюда. Сейчас мукой все это почищу. Сильно крутое я его не делаю. Оно должно быть мягкое и эластичное. Так, все. О! Вот так! Все, ничего, но единственное, что будет, да, немножко это, руки устают, ну вот, замешивать его, а так все нормально. Я так просто подумаю, сколько я теста переместила за все свое время. Когда я на хороший этот работник столовой. Что ж, считается? А, все. Ко мне Данька пришел на помощь. Ты руки помог? Да. Да иди мой давай. И сейчас вот эту тяжелую работу уже будет делать он у меня. Наверное, сейчас стол будет ходуном ходить, и камера будет ходить ходуном тоже. Там надо было чуть-чуть подождать, Эля пришла. А Эля пришла? Да, у Эли руки сильные вообще. И поэтому она тоже вымешивает. Ну, что дурачишься? Ну. Ой, сейчас весь вымажешься, правда. Давай. Пусти его ниже тебе камеру, пусть стеснительный. Чего ты такой стеснительный стал, а? Я такой был. Да? Все равно рыбать неинтересно. Сейчас тесто мешает. Ты сейчас ухляпаешься, дай я тебе сейчас, подожди, я карту сейчас завяжу. Давай, приди. Ты и кто? А? Иван? Он пошел в магазин. Магазин пошел. Золотые пятки. Давай, солнце, давай. Давай. Давай.
Будешь сразу смотреть на него. Да, это антибиотик. Все, ты можешь тереться. Я тебя завязала. Нормально? Ну вот это все вымешивай, больше не надо. Потом маслом его немножко. И дома так не очень жарко, поэтому я поставлю в духовку. И оно быстро поднимается. Температуру там сделаем 30. И все. Фак, мне кажется, из-за микрофона это было слышно. Что? Сейчас. Все, обратно в тазик, потом сложишь. Мукой обделывай. Ну ты же умеешь, что ты вот представляешься? Он делает так, что потом на руках теста не будет. Давай, вот так его заворачивай. Все, вот да, вот так. Дать муки еще. А? А? Да. А я убрала уже. Давай. Сейчас закачу, сейчас. Подожди, сейчас закачу. Все условия же, посмотрите. Мое кофе здесь разлили. Данил. А? Это все Данил. Не поняла. Это все Данил. Все, теперь строк убирай, и мы сейчас уже его положим. Ложку убрать. Не заплетала. Не расчесывала. Каникулы зачем? Каникулы зачем? Старшим заплетаться, да? Вон муку собери со стола. Все, вот оно вот такое должно быть, мягкое тесто. Все, вернемся, когда оно подойдет, чтобы наш ролик не был слишком длинный.